Эта улица в Абаканском микрорайоне Гавань свое имя получила в начале 50-х годов 20 века. В это время в столице Хакасской автономной области началась кампания по увековечиванию имен героев Великой Отечественной войны. Улице дали имя Николая Гастелло. Героем Советского Союза он стал одним из первых. Свой первый боевой вылет капитан Гастелло совершил через час после начала войны. Командир эскадрильи бомбардировщиков был опытным летчиком, воевал на Халхин-Голе и Финской. 26 июня 1941 года самолет Гастелло был подбит. Вражеский снаряд повредил топливный бак, и Гастелло совершил огненный таран. Направил горящую машину на механизированную колонну врага. Конечно, помнили о Гастелло. В то время это был пример большой для нашего поколения. И мы гордились этим, и всегда проводили такие памятные линейки. Сегодня как-то немножко уходит в забытие, но вот последние годы все это восстанавливается. Одним из первых участников Великой Отечественной войны Гастелло был удостоен звания Героя Советского Союза. Позже летчиков, кто применял огненный таран, взрывая себя вместе с врагами, стали называть гастелловцами. В честь легендарного командира авиазвена сотням улиц и школ было присвоено имя героя. Протоколом номер 6 заседания исполнительного комитета Абаканского городского совета депутатов трудящихся 13 февраля 1952 года улица Третья Песочная была переименована на улицу имени Гастелло. Абакан не единственный город Хакасии, где увековечили имя героя. В Черногорске есть одноименная улица. Всего за период Великой Отечественной войны, по примеру Николая Гастелло, было совершено более 1000 таранов с применением самолета в воздухе, на воде и на земле. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия. События недели.